Всем привет, ребята, меня зовут Руслан, и у меня сегодня очень-очень-очень радостная новость. Я купила себе хомяка. Вот его клетка. Там сам хомяк, я сейчас его покажу. И вот вещи для него, но я потом еще все докуплю. Давайте начнем с самого хомяка. Вот, это мальчик, сирийский хомяк. Ему примерно 2 месяца. Мне кажется, даже ему меньше, намного где-то месяц. Вот он. Он только что был очень шустрый, но сейчас, видимо, он чего-то испугался. Вот он. Я брала самого маленького, самого, не знаю, выделяющегося как-то. Мне он понравился. Вот. Потому что все остальные были большие, уже как взрослые и пушистые очень сильно. Но этот, сказали, тоже будет пушистый. Вот. Такой вот. Следующая это клетка для него, она стоила 1000 рублей. Кстати, вот хомяка я купила за 250, клетку за 1000. Тут вот такой вот домик. Ой, сейчас потом досниму. Так вот, эта клетка, тут у нее есть домик вот такой вот. Потом есть колесо, но колесо я потом поменяю, хотя может оно ему вообще не понравится, потому что это сирийский хомяк, они довольно ленивы, потому что это колесо крутится вот так. Ну, вы видите, то есть оно даже... Ну, то есть, ну, блин, ну, колесо, вот, это такая штука непонятная. Потом тут еще вот такая миска была, я ее еще сейчас помою. И, скорее всего, куплю керамическую. Так, потом вот опилки для него, потому что опилки для меня как-то удобнее, чем наполнитель. Потом корм взяла разрезанный, в разрез не выбрать, но я взяла, потому что мне денег не хватило, у меня куда-то деньги делились. И я потом еще куплю ему упаковки, но вот это вот, у меня вышло на 50 рублей. И еще там в наборе шла вот такая вот поилка. И также я еще взяла зубной камень Чика для него, чтобы он не грыз клетку. Вот, давайте я сейчас буду обустраивать у него все в клетке. И... насыпала опилок ему сейчас вот сюда. Так, теперь мы установим вот эту вот, я сейчас сверху вот так вот накрою, покажу вам. В общем, ребята, вот я вот так вот ему сделала, вот тут все обустроила. Вот сейчас я достану вот этот камушек и насыплю ему корма. Вот, в общем, я насыпала ему немного корма, мало ли, когда он ел. И вот тут прицепила точилку для зубов. И теперь давайте мы его запустим. Я не знаю, какое ему имя придумать. Это мальчик. Он полез сразу в миску следуй. Вот. В общем, пишите в комментариях, какое можно ему придумать имя. А пока что всем пока.